Приветствую всех на канале Учимся делать все. В этом мастер-классе будем делать вот такой вот красивый держатель. Держатель либо в виде конверта будет служить. Вот такая вот красота. Для этого вам необходимо распечатать тот файл, который я внизу в описании и в ссылке оставлю ссылку на этот файл. Распечатываете, потом отрезаете, и у вас появятся вот такие вот шаблоны. Две пары кошек и две пары собачек. Вот такие вот шаблоны. Вы эти шаблоны берете, с помощью карандаша получается, проходите по шаблону. Вот, например, если это у нас, если бумага, вот так поставите. Есть по желанию, получается, хотите, можете поставить цветную бумагу, либо ватман. И обводите шаблон. Потом с помощью ножницы опять же вырезаете. И у меня вот ватманом получилось вот такие вот кошки. Вот так вот кошка, собачка. И с помощью карандаша вот это все рисуем, получается. А глазки можно рисовать, либо можно наклеить готовые глазки. По размеру идут, они продаются. Если таких глазок нету у вас, то вот готовые глазки. Если такие глазки нету, можете с помощью карандаша нарисовать. В данном случае я вот с помощью карандаша рисовала глазики. Вот по размеру здесь тоже глазик наклеенный. После этого берем наш шаблон, получается, уже готовый. И с помощью клея наносим клей на одну лапу, и второй лапой мы сжимаем. И таким образом вот здесь вот клеим. После того, как наклеили, у меня жидкий клей, у кого сухой клей, тот хорошо было бы. Жидкий клей дольше надо держать. Вот что у нас получилось. Вот. Теперь сюда можно по желанию, можете сердечку просто наклеить сюда, либо надписью можно наклеить. Вот в данном случае можете написать имя человека. В данном случае у меня написана надпись «Учимся делать все». Надпись нашего канала. А потом получается наши вот готовый держатель наш, собачка. И туда вот письмо. Письмо вот так вот собачка наша держит. И даем человеку. При желании что угодно можете поставить. Хотите конфетку для детей. Хотите этот украшение, которое делаете с помощью моих мастер-классов. Можете тоже так же вот держатель для украшения сделать. И интересно, такой еще плюс такой котярой, да, или собачкой. Можете ручку, там уже что хотите, то и можете поставить. Что хотите, то и можно наклеить сюда, можно цветочек. По желанию уже, смотрите сами. Вот такие вот у нас шаблоны держатели вышли. До следующего мастер-класса. Всем пока!